Приветствую вас, друзья и гости моего канала. В одном из предыдущих видео мы вам показали, какие же развивающие игрушки есть у Алексы и как она в них играет. В этом видео мы решили вам показать, как мы вообще в принципе проводим время, во что мы играем, как мы по-своему сходим с ума. О народном средстве от головной боли. Так вот, это обезьяна. Ну, по крайней мере, действует. Мне так кажется. Голова у меня никогда не болит, это точно.
вы смотрели фильм «Кинг-Конг», там, где динозавр нападал на девочку? Помните этот момент? Не помните? Какой кошмар! Помогите! Спасите! Караул! Что-то у нас идет не так? Это называется рот закрой. Лекс, ты меня защищать не будешь? Вот так чудесно мы проводим время все вместе. Когда все животные рядом, испытываешь огромное удовольствие, умиротворение и чувствуешь себя очень счастливым. Друзья, надеюсь, вы тоже счастливы, и рядом с вами есть вот такие вот маленькие верные друзья, да, Лекс, которые вас любят и которых любите вы. Спасибо, что смотрите нас. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, те, кто еще не подписался. Ну и до скорого. Пока-пока.